Ну, к нам с обеда начали доставлять, потому что, слава богу, здесь недалеко. Вот. Самого тяжелого пациента привезли на вертолете. Наша это санавиация. Вот. Его поместили в реанимацию. Сейчас он уже стабильный. Состояние уже становится уже ближе к средней тяжести. И еще 4 пациентов, менее тяжелых. Вот. 3 мы положили в травматологию, 1 отпустили, оказали помощь, отпустили домой. Сейчас все пациенты уже в таком средней тяжести. То есть, в принципе, помощь оказана адекватно. Доставлено все правильно к нам, все вовремя. Наверное, еще то, что рядышком авария была здесь, от областной больницы. Травма, она сочетанная, как всегда при дорожно-транспортных происшествиях. Всегда приводит сочетанную травму. То есть, непредсказуемо. Вот. Работали врачи разных специальностей, и нейрохирурги, и травматологи, и урологи. То есть всем досталось, и врачи-реаниматологи. Самый тяжелый молодой парень, который в реанимации у нас лежал. Потом одну женщину отпустили, и 3 лежат в травматологии.